Региональным властям важно слышать мнение всех политических партий и выстраивать открытый диалог. Сегодня об этом шла речь на встрече Алексея Дюмина с руководителями региональных отделений парламентских политических партий. Обсуждали коммунальные проблемы, вопросы благоустройства. Надежда Милехина обо всем по порядку. Готов услышать каждого и со всеми выстраивать открытый диалог. Алексей Дюмин впервые встречается с руководителями региональных отделений политических партий в полном составе. Политические оппоненты вместе с губернатором за одним столом, чтобы озвучить проблемы, которые волнуют их избирателей, и предложить свои пути решения. Один из первых вопросов – капитальный ремонт лифтового хозяйства и многоквартирных домов. Деньги платят из своего кармана, решения принимают другие. Что приводить в порядок в доме, канализацию или кровли – этот вопрос зачастую решается без мнения жителей. Нужно эту ситуацию исправлять, подмечает парламентарий. Трубы гнилые, льет вода, а людям делают фасад, который потом через год отваливается. Все прекрасно это понимают. К тому же я поднимал вопрос, чтобы в работу капитального ремонта более активно включали работу по ремонту лифтового хозяйства. Алексей Дюмин соглашается, предлагает депутату стать одним из общественных инспекторов и курировать этот вопрос. Что касается ремонта лифтов, над проблемой уже работают, добавляет губернатор. Вопрос наболевший для Тулы. Более 60% подъемных механизмов уже отработали свой срок, либо признаны аварийными. Возможность софинансирования программы обсуждается на уровне Министерства строительства России. Дано устное поручение главе администрации города Тулы и главу муниципальных образований составить рейтинг критически опасных объектов, в которых находятся наши люди. Это как, значит, состояние самого фонда жилого, так, естественно, если есть лифтовое хозяйство, то и с объектами с лифтового хозяйства, по которым мы будем точно отрабатывать и уделять им в первую очередь внимание. Сдержит свое обещание по благоустройству набережной УП, отвечает на вопрос депутатов Дюмина. Эту задачу губернатор озвучил в послании Тульской областной думе. Заверил, проект начнут реализовывать уже в этом году. Хотя сделать это непросто. Цена вопроса 1,5 миллиарда рублей. Но поиски инвестора уже идут. Дюмин добавляет, пришло время исторический облик Тулы поднимать на новый уровень. Депутаты предлагают свою помощь в реализации программы по благоустройству улиц и придомовых территорий. Взять на себя какой-то участок, то ли парковочное пространство, то ли благоустройство там и освещение улиц, газоны привести в порядок. Мы знаем, как это делать. Говорили на встрече о поддержке сельского хозяйства, в частности пчеловодства. Парламентарии просили решить на региональном уровне проблему обработки полей пестицидами, из-за чего погибают пчелы. Обязать фермеров предупреждать об этом пасечников заранее. А еще снизить для них ряд налогов. Дюмин добавляет, в этом вопросе пойдут дальше, помогут пчеловодам с реализацией меда. Сейчас прорабатывается возможность его поставки в Суворовское училище, социальные учреждения. Много говорят и о патриотическом воспитании молодежи. Вопрос актуальный, вторят депутаты. Мы говорили о том, что неплохо было бы принять в регионе закон о Знамени Победы. Придать большую значимость, больший статус, чтобы пропагандировать это знамя, рассказывать, вывешивать, вести патриотическую работу. У нас прекрасная культура, у нас огромная история. Наверное, ни одной нет страны в мире с такой историей, как история России. Нам есть на чем воспитывать молодежь. Разговор состоялся открытый, честный, затронул достаточно много страниц, скажем, нашей жизни. Действительно много актуальных проблем, которые были подняты. Проблем еще достаточно, но многие вопросы в регионе уже решаются положительно, соглашаются парламентарии. В свою очередь, чтобы работа была более конструктивной, Алексей Дюмин призывает политические партии работать на благо региона и его жителей сообща. Дорог у всех много, но путь у нас один. И путь – это наша Россия, это наши жители, это наш народ. И для этого мы, в принципе, все здесь определенные свои позиции мы занимаем. Значит, и моя позиция – не разрушать, а созидать. Окрас разный может быть, но цели, но лозунги должны идти в унисон. Мы вместе и мы едины. Первая общая встреча политических оппонентов у губернатора за одним столом состоялась. Проблемы, волнующие избирателей, озвучены, и пути их решения намечены. Но на этом работа не закончена, обещает Дюмин. Власть продолжит открытый диалог со всеми, кто в этом заинтересован. Надежда Милехина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.